Недалеко от Вилково пограничный наряд задержал браконьеров, в лодке которых оказалась запутанная в сетях краснокнижная рыба – белуга длиной 2 метра, весом 150 килограммов. Во время проверочных мероприятий один из браконьеров кинулся на пограничника с ножом. Нападающего разоружили и одели в наручники. Едва живую белугу с икрой выпустили в Дунай. Стоимость ее икры на черном рынке составляет около 1000 долларов за килограмм. То есть браконьеры могли заполучить 15-20 тысяч долларов, но получат приговор суда. Ура!